Реализации программы военно-технического оснащения войск Министерства обороны на 2018-2021 годы. Государственным комитетом по оборонной промышленности страны продолжается работа по поставке современных легкобронированных автомобилей «Тайфун». На плацу очередная партия бронетехники. В торжественной церемонии приняли участие представители военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса государства. Отмечалось, в ближайшее время будет проведено полное обновление боевой техники южного операционного направления страны. Эффективное выполнение задач во всех климатических условиях Узбекистана, что подтверждено ранее проведенными войсковыми испытаниями данного автомобиля в различных регионах страны. Добавим, что выпускает их УЗ-автотрейлер по специальному заказу Министерства обороны.